Надо за меня держаться. Что ты сцепилась в мою голову-то? Зачем ты едешь ко мне вот здесь вот? Я тебя просил, не нужно этого делать. Сошлась в поддержке. Зачем ты вот сюда вот доворачиваешься? Другая рука! Другая рука! А что ты остановилась-то? Чтобы переделать это. Почему ты остановилась? Чтобы я не поняла, что другая рука. Ну, Леш, я просто опоздала по музыке, ты быстрее. Поэтому я хотела спросить, что не так. И, пожалуйста, успокойся, если у тебя плохое настроение, давай не будем сейчас репетировать. Давай. Я не могу в такой... В тебя все, ты совершенно... Извини, пожалуйста, меня за все. Что я сделаю? Случилось рабочий момент, когда спортсмен увлекается, забывает о том, что рядом с тобой человек, который занимается фигурным катанием всего лишь несколько месяцев, и начинают идти эмоции, начинаешь ругаться, заводиться, и это плохо. И вот у меня сейчас возможность в присутствии вас, дорогие зрители, и всех тех, кто любит и смотрит «Ледниковый период», фигурное катание, я хочу попросить прощения у Екатерины, потому что я сам себя ругаю после этого, но бывает, что срываюсь. И, Катя, извини. Фигуристы, профессионалы не должны так себя вести, на мой взгляд. Леша, прости. Мамочка, прости. Именно меня так никто никогда в жизни не кричал. Вот. Я, потому что нельзя сказать, что я лентяйничаю или что-то не хочу делать. Правильно. Но это несправедливо. Я просто хочу, чтобы ты была лучше всех. Чтобы пара Стриженого Тихона каталась лучше всех. Поздно ты хочешь. А я вообще не могу кататься, когда на меня кричат. Я вообще ничего не понимаю. Поэтому, пожалуйста, больше на меня не кричи. На льду Екатерина Стриженова и Алексей Тихонов! Екатерина, Алексей и их тренер Александр Жулин выбрали себе «Ноктюрн» Фредерика Шопена. Вот мне интересно, кто выступал инициатором этой идеи? Могу сделать предположение, что, наверное, Катя.
Мужчина от любви уезжает только по велению долга. И чемодан в руках Алексея – это символ разлуки. А весь танец, по-моему, говорил одну только фразу – «Не оставляй меня одну». Ребята мастерски откатали. Они катаются с каждым разом все лучше и лучше. И у нас сейчас пора полуфиналов. И у Кати за весь танец ни одной ошибки. Входы, выходы из поддержек, то есть приземление на лед. Все так, как делали бы профессиональные фигуристки. Мне очень понравилось. Ну, поражает вот гладкость проката, ни одной технической погрешности, которая бросалась бы в глаза, нет.